Что это такое? Не могу знать, сэр. Это невозможно. Не предусмотрено программой обучения. Такая ошибка не может... Что с Крайтоном? Курсант чувствует себя нормально. Наблюдаю незначительное повышение сердцебиения. Судя по показателям приборов, курсант остановил выполнение программы обучения силой своей воли. Но это же невозможно! Формально да. Но в свете последних исследований существует теория о том, что уникальные личности способны сознательно влиять и на гораздо более сложные квантовые процессы, чем те, что происходят в памяти наших компьютеров. Вы хотите сказать, что он... Выводите его из стазиса! Когда придет в себя, сообщите, что экзамен сдал на отлично. Сдача экзаменов на сегодня завершена. Остальным курсантам сообщите, что тест на взаимодействие в бою и выживание в экстремальных ситуациях они будут проходить завтра. Выполняйте! Курсант Трис Крайтон был очень рад, что сдал тест на высшую оценку. Обычно выпускников с такими результатами отправляли на Кассилу, на почетную службу в гвардию старейшин. Но Трис получил назначение на Гольден. Гольден — это ты планета, это можно назвать с натяжкой, так себе. Дыра на окраине Вселенной. Про него и не знал бы никто, если бы там не добывали нефтидий. Впрочем, это одна из двух последних планет, которые еще принадлежат расе амарнов. За последние десятилетия эта некогда грозная и могучая раса потеряла почти все свои позиции в галактике. Теперь всем заправляют либо Империя, либо Демократический Союз. Единственное, что радовало Триса, так это то, что Айра тоже получила направление на Гольден. Трис и Айра не ждали от Гольдена ничего впечатляющего. Они были уверены, что максимум из того, что их там ожидает, это стычки с бандами рейдеров в пустыне и пьяные драки в местном баре. Правда, на Гольдене когда-то служил отец Триса Крайтона. Трис мало знал о нем, но очень надеялся найти старых сослуживцев отца. Уж они-то должны хорошо помнить Грега Крайтона и рассказать о нем несколько впечатляющих историй. Уважаемые пассажиры, если вы почувствовали себя плохо, немедленно пройдите в ближайшее карантинное помещение. Ваши своевременные действия помогут избежать эпидемии. Подожди немного, парень. Еще успеешь. Проходи, проходи, парень. Нечего здесь стоять. С имперских военных заводов по низким ценам. В последнее время в Таммерхейме стало небезопасно ходить без оружия. Приехала. И правильно. Покупаем посуду. Подходим, смотрим. Мимо не проходим. Thank you.
Наконец-то. Христо удивительно похож на... Твой... Не... Время... Твой...